Здесь не бывает скучно, всегда полно друзей. Постоянно приглашали свой дворик поскорей. Привет, друг! Это я, Эля. И я всегда рада каждому, кто решит заглянуть в наш маленький дворик. Извини, дружок, но у меня маленькая проблема. Мама оставила мне деньги и поручила сходить в магазин. Что же делать? Придется сбегать, только ты никуда не уходи. Ведь я хотела поговорить с тобой о самом главном. Я самая главная! Ой, кто это сказал? Да еще таким противным писклявым голосом. Ну да, тебя бы так сдавили. Ты еще сильнее сожми меня в свои ладошки. И тогда не то что пищать, дышать не смогу. Долго мне еще терпеть. Разожми пальцы. Наконец-то. Ну что так смотришь? Первый раз в жизни деньги увидела? Да, ой, то есть нет. Деньги я, конечно же, не первый раз вижу. Но говорящую монету впервые. Поздравляю! Но ты отошла от темы разговора. Ты говорила о самом главном в жизни. Так вот, я хочу заявить с полной ответственностью, что я самое главное. Потому что люди не могут жить без денег. За деньги можно купить все. Самые лучшие игрушки, конфеты, мороженое. Так что самое главное в жизни – иметь побольше денег. Стоп, это неправда. Мой друг, а ты как думаешь? Неужели ты тоже так считаешь? Ведь можно прожить без мороженого и даже без игрушек. Но есть так много всего, без чего нельзя жить. Например, настоящая дружба, любовь. Их ни за какие деньги не купишь. Да кому они нужны? Каждому взрослому и каждому ребенку. Без них ни один человек, каким бы он ни был богатым, не может прожить. И это сокровище Бог дает даром. Еще никто и никогда не раздавал просто так бесценное сокровище. Иисус это делал 2000 лет назад и продолжает это делать сегодня. Я тебе не верю. Это твое право. Но я хочу рассказать тебе одну историю, которая записана в самой правдивой книге в мире, в Библии. И это история про очень богатого человека. О, если про богатого, то давай, рассказывай. Дружок, а ты хочешь услышать эту историю? Тогда устраивайся поудобнее и слушай внимательно. В городе Иерусалиме жил человек по имени Матфей. Он был очень богатым. В его доме было все, что можно купить за деньги. И все-таки ему чего-то не хватало. Однажды он пригласил своих друзей на пир. Было шумно и весело, и только Матфей с тоской смотрел в окно и думал: «Вот, теперь у меня есть все, о чем я мечтал. В моих сокровищницах полно золота. Я очень богат и знаменит. Все вокруг кланяются мне, когда я прохожу по улице. Но нет самого главного. Нет радости, нет счастья. Когда-то я думал, что деньги сделают меня счастливым. Но все оказалось совсем не так». В это время друзья смотрели на него и недоумевали. «Столько денег имеет! Что ему еще надо?» Вдруг Матфей повернулся к друзьям и спросил: «Скажите, а вы любите меня?» «Конечно любим! Ведь ты нам такие дорогие подарки даришь, такие праздники устраиваешь!» – ответили они. Тогда Матфей задал им еще один вопрос.
А если бы я вдруг стал бедным и перестал дарить вам подарки? На этот вопрос им нечего было ответить. Поэтому все начали собираться и расходиться по домам. «Знаешь что, мы как-нибудь в другой раз зайдем, когда ты перестанешь думать о глупостях. Видите ли, он обеднеет». Все гости разошлись. И Матфей разочарованно произнес: «Ушли, испугались вопроса. А впрочем, я и так знаю, что если бы я стал бедным, они бы сразу бросили меня. А я хочу, чтобы у меня был, ну, хотя бы один настоящий друг, который искренне любил бы меня. Но это за деньги не купишь». И Матфей заплакал. «Да, дружок, я знаю, что настоящие мужчины не плачут. Но когда так тяжело на сердце, это случается и с настоящими мужчинами». На следующий день Матфей, как всегда, сидел у ворот города и собирал налоги со всех проходящих мимо людей. Он даже не смотрел им в лицо, потому что знал, как они ненавидят его за то, что он сборщик налогов. Но вдруг перед ним кто-то остановился. Толпа продолжала течь нескончаемым потоком, и только этот кто-то продолжал упорно стоять перед Матфеем. Наконец Матфей осмелился поднять глаза и встретиться взглядом с незнакомцем. В это мгновение для него все вокруг перестало существовать. Матфей потрясенно молчал, и только монеты с золотым дождем скользили из его рук и звенели, падая на землю. Перед ним стоял Иисус, и в его глазах светилась безграничная любовь. Он произнес: «Матфей, пойдем, ты будешь мне помогать. Иди за мной». «Нет никого, как ты. Нет никого, как ты. Нет никого, как ты. Он мой Господь». Матфей тут же все оставил и пошел с Иисусом. «Эй, подожди! Ты хочешь сказать, что Матфей оставил все свое богатство? А он знал, что, ходя за Иисусом, он больше ничего не заработает?» «Знал. Но что значит все богатства мира в сравнении с настоящим счастьем? В сердце Матфея навсегда поселились любовь, радость и мир, которые может дать только Иисус. И уже это ни за какие деньги не купишь. Вот так вот». «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» «Ой, надо же! Снова стала обычной монеткой. Как будто бы не разговаривала со мной несколько минут назад. Надеюсь, мой друг, что деньги никогда не станут для тебя самым главным сокровищем в мире». «Как жаль, дружок, но мне уже пора уходить. Но я очень хочу снова встретиться с тобой. Жду тебя в нашем маленьком дворике». «Да, кстати, если ты захочешь иметь Библию с картинками, то напиши мне, и я с радостью вышлю ее для тебя. В ней ты найдешь то, что я рассказала тебе об Иисусе, и еще много других интересных и самых правдивых историй. Мой адрес: Эллен Дворик, почтовый индекс очень простой: 1-2-3-4-8-1, город Москва, абонентский ящик 41.